Кремлевский список США – это страх перед потерей мирового влияния. Издатель британского журнала Politics First Маркус Пападополос уверен, Вашингтон пытается ослабить Россию. Я считаю, что настоящая причина создания этого списка – это нарастающая мощь и сила Российской Федерации на международной арене. За последние несколько лет американцы наблюдали, как Россия увеличивает свое влияние по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Африке. Я посмотрел этот список, он очень странный и нелогичный. Да, некоторые люди, несомненно, близки к Путину, но некоторые нет. Я не думаю, что американцы хорошо поработали над этим докладом. Я бы сказал, что они вообще над ним не работали. По мнению Пападополоса, Дональд Трамп вообще не думает об отношениях между странами. Президент США думает только о себе.